Олег Попов! Три раунда по 5 минут. Пожали руки. Последний старт. Перевод в партер. И тут же добивание пошло. Так, там капа, мне показалось, выпала. Или бойца уже... Да, все, друзья, вот это да. Что за стремительное окончание поединка? Бой завершен. Вот это да. Олег Попов приглашается на арену для участия в главном поединке сегодняшнего вечера. Олег Попов! Удачи, Попов. Олег Попов против Сергея Алексеевича. Попытка взять ноги со стороны Олега. И снова он переводит Сергея в партер. Разворачивается Сергей. Удушающий прием от Олега Попова. Ну, здесь рука пока не... Вот сейчас в хорошем положении. Сдача. Все. Сдача. Олег Попов одерживает победу во втором раунде. Олег Попов приглашается на арену. Боец с профессиональным рекордом 9 побед, 1 поражение. Олег Попов! И вот состоялся перевод в партер от Олега Попова. Подключает локоть Олег. Я думаю, что сейчас вот в маунте есть все шансы у Олега завершить бой. Да, это нокаут. Это нокаут, друзья! Все, просто в маунте без оттяжки Олег Попов одерживает победу нокаутом. Олег Попов приглашается на арену. 10 побед, 5 нокаутом, 1 сабмишеном, 4 решением. Олег пытается рывком сократить дистанцию, подбирается с джебом, оверхенд не зашел, и тут начинается борьба. Делает зацеп, но проигрывает позицию, и в полном маунте оказывается Олег Попов. И рычаг локтя пытается сделать. Все, все, все кончено в этом раунде, и в этом бою Олег Попов одерживает досрочную победу рычагом локтя. Вот этот прекрасный пояс отправляется... Краснодар. Скажите это? Да, отправляется в Краснодар. Так точно. Пояс Краснодар уже отправлен. Олег Попов! Итак... Главный поединок. Fight to the rules. Кстати говоря, хороший темп для тяжелого веса. Пусть и без ударов, и заходит в корпус здесь Олег. Клинч, колено. И он сейчас тоже, опять же, атакует в неплохом темпе. И кажется, сейчас уже очень близок к тому, чтобы провести тейкдаун. Да, это и происходит. Кажется, только один вопрос. Доживет ли Абригагау до финальной сирены или нет? Еще один удар. И ручной треугольник. Пошел, пошел, пошел. Может все и закончится. Все. Все, сдача. Причем буквально за секунду до этого показал, что все в порядке. Но чуть больше надавил Попов, и сдача. Итак, главное событие сегодняшнего вечера. Олег Попов против Алехандро Саларсана. Саларсана.
пытается двигаться в челноке. Аккуратно Олег Попов, как всегда, раздергивает соперника. И идет в борьбу. Вот это да, интересный поворот. Пытается подсечь ногу, удается. И вот теперь мы посмотрим, на что способен Алехандро Саларсана в партере. Отключает тут же руку Олег своему сопернику. И снова мы видим, что Алехандро Саларсана ничего в партере не может сделать. Перекрывается. И кажется, что Алехандро на грани, причем уже давно. Локоть мощный от Олега. Вот здесь бы еще побить. 77 из 100 зашло. Посмотрите, какой тяжелый удар пропускает Саларсан. Все, раунд завершен. А выйдет ли на третий раунд Очень Саларсана? У меня большие сомнения. Ввиду отказа от дальнейшего продолжения боя, победу одержал боец синего угла Олег Попов! Ну что ж, поздравляем Олега Попова с этим успехом, и он по праву получает серебряный пояс ММА-серии. Fighters, you're a profi. You know the rules. Listen to my comment and make a great fight. Ждет, пока Силва пытается поймать на движение Олега. И пошел в борьбу. Олег Попов, учитывая разницу в габаритах и в весе, нет никаких проблем с переводом. Не случилось у Олега. Медленно, постепенно развернулся в полоборота. Сразу же начал набрасывать правой рукой. Удары в голову соперника Олег Попов. Да, есть здесь удары, но пока не потрясен Силва. Но здесь интересно, вообще дойдет дело до второго раунда или нет. Еще один удар. Второй раунд. Ну что ж, ставка на борьбу от Олега. Продолжит работать или нет? Пытается прессинговать, сразу же брать. О, какое попадание навстречу, и все, кончено. Один удар, и как же обесточен в итоге Антонио Бигфут Силва. Казалось бы, коротко и навстречу, но точно попадает Олег Попов. Все завершено в самом начале второго раунда. И переживает Олег, как бы не нанес очень серьезные повреждения. Победу в главном бою вечера нокаутом одержал боец красного угла Олег Попов! Поздравляем Олега Попова с этим успехом. 15-я победа в карьере.